Добрый день, дорогие друзья! С вами Максим Соколов и песни у русской печки. И сегодня я исполню для вас всеми любимую песню, которую меня очень просили исполнить. И вот сегодня наступил этот момент. Поем все вместе. Старик лен стучит в окно, приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам опять весна вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста.